только живые новости, только у нас на лайфе. Ошибочка вышла. Полиция по ошибке забрала у москвички детей на 2 недели в приют. А все началось с того, что старшеклассник просто прогулял уроки. Без стука и предупреждения домой нагрянула классная руководительница. Соседка забыла закрыть дверь, и порог незваные гости приступили сами. Заметили, что у мамы собралась компания, ну а следующий визит был уже с органами опеки и полиции. В какой-то момент у матери сдали нервы, и она повисла на руке у полицейского. Потребовалось 2 недели, чтобы доказать, что семья вообще благополучная и детям дома лучше. Но счастливого конца в этой истории все равно не вышло. Против женщины возбудили уголовное дело по факту злостного воспрепятствования законным действиям полицейских. Зеленоградский суд по этому делу оштрафовал семью на 45 000 рублей. Для семьи, которая считает каждую копейку, это внушительные деньги, пришлось взять из сбережений, отложенных на первый семестр учебы старшего сына. К приговору суда он успел закончить школу.